Капитан футзального Кайрата и сборной Казахстана Игита оказался в центре скандала. На пути к клубному автобусу вратарь прошел по шарфам и флагам Актобе и Астаны, которые разложили фанаты. Сначала Игита не заметил этого, но затем потанцевал на атрибутике соперников. В инстаграме Игита извинился перед болельщиками Актобе и Астаны. Он признался, что не понимал своего поступка, пока не посмотрел видео. Затем официально извинился и Кайрат. Ассоциация футзала Казахстана выступила с заявлением, где отмечено, что будут проведены все действия по решению этого вопроса. Он, как капитан своего клуба и сборной страны, должен был, наоборот, поднять флаги и шарфы, а не вытирать об них свою обувь. Своим поступком он потерял свое уважение у многих. Это реакция капитана Актобе и его партнера по сборной Казахстана Кайрата Иманалина. Вратарь сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий тоже увидел в поступке Игиты неуважение и высокомерие. Карлос Алькарас одержал победу над немцем Александром Зверевым в финале открытого чемпионата Франции 2024. 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2. Игра продолжалась 4 часа 20 минут. Алькарас впервые в карьере стал победителем Ролан-Гаррос. Ранее он выигрывал US Open 2022 и Уимблдон 2023. 21-летний испанец стал самым молодым теннисистом в истории, овладевшим титулами Большого шлема на всех трех покрытиях. Еще Карлосу удалось повторить уникальное достижение Надаля, выиграв сет в финале Ролан-Гаррос со счетом 6-1. Флориан Вирц перейдет из Байера в Реал. Марка сообщает, что трансфер должен произойти в 2025 году и составит 150 миллионов евро. Также, по информации издания, между двумя клубами уже есть принципиальная договоренность. Акции Фенербахче подорожали на 135 миллионов фунтов стерлингов. Эффект Мауриньо. 13 мая президент команды впервые упомянул фамилию тренера по местному телевидению. С тех пор пошел космический рост, пишет Inside World Football. За последние две недели количество поисковых запросов в Google об акциях клуба увеличились на 800%. Все хотят стать частью нового проекта. Кстати, уже известна зарплата Жозе. Это 10,5 миллионов евро в год. Цель – стать чемпионом впервые с 2014-го.